Волонтеры отрады «Открытое сердце» и гульцы хоккейного клуба «Гомель» передали детячим социальным установам цацки, которые собрали под час совместной доброчинной акции. Яна отбылась под час матчу чемпионату Беларуси у экстрализе. После финальной сирены по команде диктора болельщики кидали на лед мягкие цацки, которые принесли с собой. В вынику акции волонтеры собрали больше как 2000 подарунков для детей. Я считаю, можно было бы делать и почаще такого плана мероприятия. Вот и кружка пад не только для вот, спортсменов там приятно, но и для всех вокруг. Я думаю, побывав здесь, вот мы приехали, посмотрели на детей, сколько радости им доставляет посмотреть вот на спортсменов. И вообще вот просто, я не знаю, у меня нет слов, просто я смотрю на них и как-то внутри все всколыхнуло снова. Гульцы Гомеля удзелу у добрачынных акциях прымаюць регулярно. Например, до 1 вересня хоккеисты допомагали набыть необходимые для першакласников школьные прилады. Удельничали рысі и у новогодних мероприемствах. Совместно с волонтерами Билдута допомагали дитячему реабилитационному центру. Ближайшая акция запланована до Дня обороны детей.